Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В понедельник в Самарской области пасмурно, станет еще прохладнее. Днем плюс 6, плюс 8, ночью 3-5 градусов с плюсом. Северо-восточный ветер, скорость 4-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, но без осадков, днем плюс 7, ночью плюс 5 градусов, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем плюс 8 градусов, ночью 4 выше 0, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 7, ночью 4 градуса выше 0, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.